Бора снова за парту. Ready? Да уж, я не скучал. Вот несколько лайфхаков, которые помогут втянуться в учебу. В первые дни не требуй от себя слишком много. Дай мозгу проснуться. Да куда идти-то? Не перегружайся. Делай перерывы, когда выполняешь домашку, и не оставляй уроки на последний момент. Если чувствуешь, что не справляешься, не волнуйся, это нормально. Пресвятые макароны! Попроси помощи у учителя, одноклассников или обратись к родителям. Чему равен X? Какой X? И не забывай помогать сам. Я помогу. В первые дни учебы важно правильно питаться. Мозгу нужны вода, витамины и минералы, чтобы справляться со всей работой. Мне дико интересно. Мороженое за фрукт считается? Там клубника же. А еще важно много спать. Организму нужно привыкнуть к раннему подъему.